Вот сюда. Здесь должен о, быть. О, рыбка. Арбуз. Да, это аквариум. Да. Давай да. Рыбку покусаем. Ням-ням-ням-ням-ням. Приклеивай арбуз. Нет. Вот сюда надо. Он маленький. Молодец. Ой. Хорошо. Нет, так, теперь... Да. Правильно приклей. Я никак, правильно. Сейчас будем ананас еще клеить. Ананас? Да. Нет, все. Найди-ка мне ананас. Появилось. Так, со шлепом у нас здесь. Это тут. Приклеивай. Куда надо приклеить троллейбус? Куда правильно? Тут. Ну, приклеивай. И правильно? Правильно. А, я никак больше. Все у тебя получится. Да. Молодец. Дай. Умничка. Я бы. Что еще приклеим? Что это? Что это? Ничего себе, а как правильно? Покажи, как правильно. Отклей, приклей, куда надо. Мотоцикл. Куда надо мотоцикл приклеивать? А ты постарайся. Нет. У малыша какая-то прям мания. Он берет наклейку и клеит на стены. В общем, пришлось это дело останавливать. Дала ему книжку на растерзание. Пусть приклеивает сюда. Ой, ты какой красивый. Эрик, ну что такое? На. Нет. Книжки эти из России. Большинство из них куплено в Ашане. Вообще, это очень отличный подарок. Если вот так вот, ну, нужно будет кому-то там, на день рождения или там крестнице, племяннице, кому угодно. Вот имейте в виду, вот именно многоразовые вот эти наклейки, это очень полезный подарок. Если мальчик, то у нас в перспективе, скажем так, больше всего ему нравятся именно многоразовые наклейки с машинами. От них он прям в восторге. А еще, когда в одной книжке несколько вариантов, например, там и стол есть, то есть можно посуду, например, поставить на стол, да, приклеить. И можно суп сварить, например, то есть овощи изучаем, компот сварить, то есть изучаем фрукты. И торт на первой странице, там у нас ягоды. Ну, короче, когда больше вариантов, еще полезнее. Все, это я поплыла. Главное, чтобы этот дурдом до нас не добрался. А так мы умеем прятаться, да, Эрик? Да. Гром, прячемся. Так, у нас сейчас уже темнеет. И нас пригласили в гости ребята-тайцы. Сегодня, я надеюсь, у меня появится возможность вам показать, как они живут. И как там это все дело на самом деле происходит. Они сказали, приезжайте к нам на барбекю, у вас 2 минуты. Приехал Олег, разведал обстановку и сказал, что мы выезжаем через час. Ну вот, с минут на минуту уже поедем. Мы собрались. Поедем с друзьями. К друзьям. Да, мама в Майами папке. Да? Оделись мы тепло. Вон Эрик в штанах и в кофте. Я тоже в рубашке. И тоже в штанах, но я думаю, одену еще кроссы, потому что так будет теплее. После дождя реально холодно. Что они делают? Не знаю, это фарш. Верно, мутно, но фарш с тайским приправом, что ли? Да, и что это? Лаву, габлубе! С какой бы стороны это подойти? Ничего не видно. Вау, very good. Very spicy. Very spicy? О, понятно. Ага. Смотрите, как они сделали стол из струн.
И стулья. Показывай стол и стулья. Я думаю, решили мы все вопросы со светом. Надо эту штуку у него взять. Что там? Уже готово. Господи, ничего не видно. Подошел один парень и говорит, давайте типа здесь нехорошо, пойдемте туда в кемпинг посидим за столом. В общем, решили сегодня сидеть здесь. Вот сейчас первый стол готовят, вот второй стол готовят. На ринге я еще ни разу не бухал. Там стоит мультиварка, и вокруг собрали все тати и накладывают каждый себе в тарелку рис. Так вот подходят, накладывают и отходят. То есть вот так они кушают. Так нас угостили этой местной едой. Получается, здесь рис, вот это сладкое, а вот это и это острое. Сейчас будем пробовать. Я не знаю, с чего начать. Как бы так видно? Плохо видно очень. Короче, начну с этого фарша острого. Надо сначала рис, потом это. Нет, Олег, надо сначала острое, а потом заедать рисом. Ладно, я пойду. Офигеть, как острое. Сейчас это сладкое попробую. Сладкое обалденное. И последнее вот это. С этими ростками. Ну, ты должна быть не очень. Ну, это же фарш какой-то. Со специями. Вот это терпимо. Вот это а первый фарш, он очень острый, очень прям. Впервые в своей жизни мы будем пробовать свиные кишки. Это сердце или печень? Я тоже. А это сердце или печенка, что это? Печень, да? Печенка, да. Я снимаю. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Дай бы тебе чуло. Кек трой на кого на. Ома трой, а и чан. Банг, банг, лонг. Чан и как. Фото, фото, фото. Ко дейн ни, ко дейн ан мэт. Ко дуа кек дэ на пон на пак тем ни на. О, ла чуа, э вэ пот, ай пуэн ти го ни. Давай, дуй. Вот, а помни, ведь так вот нам, кап. Ай, пам. Руй, лан квама. Дяо, 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 дяо. Ông chưa quên vài con hai bên con cô ở đâu bên ai bên quan cô không không đều đó không không ai kinh quan không ai chịu quan không ai chịu quan không không lẽ mắt nó lẽ phù hợp phải phải như tao đang muốn phải đều không ai là cái gì vậy. Ну что, эксперимент начинается. Все. Идем, сейчас будем пробовать кишки. Так. Она мягкая. Что-то как будто внутри. Вообще похоже на кальмар. Как будто поджаренный кальмар. Не остро. Но спайси. Вкусно? Да, вкусно.
This is for... Потом жуешь. И появляется какой-то привкус сырого мяса. То есть что-то такое. Вот такие на вкус кишки. Так, Олег. Олег, давай. Так, на, снимай. Вы. No! Да. Так. На, следующий. Давай. Да, все сложно. Ирик, сейчас будет твоя очередь. Ирик, ну дожди своей очереди. Так же нечестно. Tum. Давай откроем. Давай. Проиграл Олег.